Марио Нуци, живописец, получивший прозвище «Де Фьори», «Цветочный», вошел в историю как один из первых мастеров цветочного натюрморта в Италии. Работал в Риме, был очень востребован, имел прекрасную репутацию, в 1657 году стал членом Римской академии художеств Святого Луки. Леоне Пасколи в своей книге «Биографии итальянских живописцев» называет его одним из четырех значительных мастеров натюрморта. Работал преимущественно по церковным, но также и по частным заказам. Известен в первую очередь как мастер декоративных цветочных гирлянд, украшающих изображения Мадонны и святых, а также самостоятельных натюрмортов, в том числе обманов. Стилистические работы Марио очень близки произведениям его дяди, итальянского караваджиста Томмазо Соллини. Ему часто приписывали вещи Марио. От Соллини он взял темные караваджистские фоны и интерес к трактовке светотени, однако его работы более утонченные, а композиции разработанные и сложные. В работах двух последних десятилетий чувствуется влияние неаполитанского натюрмориста Паоло Порпоры, вместе с которым он работал для кардинала Флавио Киджи в начале 1650-х годов. Влияние Порпоры прослеживается в ярком декоративном колорите и большой натуралистичности. Натюрморты Марио отличаются большим вниманием к проработке деталей, интересам и особенностям фактуры цветка, игре света и тени. Изображение каждого цветка в них можно было бы охарактеризовать скорее как натуралистичное, нежели как декоративное. В качестве компаньонов Марио, писавших фигуры, упоминаются Филиппо Лаури, Джиачинто Бранди, Бернандино Мей, Карло Маратти. Известно, что в сотрудничестве с последним он работал над росписью двух зеркал в Палаццо Колонна в Риме. Его единственной ученицей была художница Лаура Бернаскони. Но его влияние прослеживается в работах Джованни и Николо Станки, Пьетро Паоло Чинини. Марио Нуци был одним из первых итальянцев, специализирующихся на натюрморте из цветочных композиций. Среди исторических учеников художника были Лаура Бернаскони и Доменико Беттини. Нуци присоединился к художественной академии Святого Луки в Риме в 1657 году. Он был крупнейшим и самым плодовитым художником и цветочным натуралистом Рима в 17 веке. Живопись цветов появилась в Риме в конце 16 века и расцвела очень успешно на подаче аллегорий. Каждая работа этого художника – произведение искусства, которое может быть подано в несколько этапов. Первый, несомненно, является одним из удивительных, что поражает чрезвычайно реалистичной визуализацией, рендерингом цветочной темы. Второй – любопытство, с которым мы рассматриваем холст, чтобы увидеть некоторые элементы, незамеченные при первом просмотре. Их немало. И третий – академический интерес, так как каждая работа является метафоричной и символической. Как писал профессор Франческо Салинас, то есть в красивых цветах, помещенных в сосуды, заключена священная загадка. Марио де Фьори был известен и оценен в свое время. Его зеркальные росписи были размещены в спальнях королей и королев, принцев и кардиналов во всех частях Европы. Его исследование берет свое начало в преданном и аллегорическом представлении цветов, а оно дало импульс к выходу на художественную сцену Италии предшественников современной ботаники. На выставках некоторые из его учеников, его подражатели, возводят своего соперника в триумф цветка
Им кажется, что чарующая атмосфера ароматов от его цветочных картин находится в непрерывном обмене между выставочными залами и открытым воздухом, благодаря ветерку из сада в комнаты виллы. Родился Марио Нуцци в 1603 году. Он является представителем древнего рода помещиков и купцов, которые переехали из Умбрии в конце 16 века в Рим, а затем в провинцию Терни. Здесь молодой Марио начал заниматься цветоводством благодаря своему отцу Сиксту, большому любителю цветов и хорошему их производителю, обеспечивающему самые знаменитые римские сады. Биограф художника Леоне Пасколи рисует очень яркую картину молодого Марио. В их доме было много ваз с цветами, которые очень радовали хозяев, и немало времени они тратили на их выращивание каждый год. Марио не только любил цветы, любил их выращивать, строить композиции для продажи, но он и любил их рисовать. Вернувшись в Рим, молодой Марио принял участие в мастерской своего дяди Томмазо Соллини, который был одним из первых в городе по иконографии и натюрмортам. От своего дяди Томмазо Соллини он научился и умело использовал приемы колораджизма, темный фон, игру света и тени, а также он использовал и опыт параллели и более ранние примеры голландских и фламандских мастеров натюрморта. Между 1621 и 1625 годах оба жили в Риме, на улице Полине, где Марио работал и учился в мастерской Соллини до его смерти. Здесь художник усовершенствовал свой стиль и обрел клиентов из знати и богатых покровителей, которые после смерти его дяди сделали его одним из самых популярных и уважаемых художников всей Европы. В 1646 году Нуцци был избран членом конгрегации братства «Виртуозы Пантеона» в Риме. Виртуоз по-итальянски, как и в русском языке, это человек в совершенстве, владеющий техникой своего искусства, своего дела. Происхождение этой конгрегации связано с началом реставрации Пантеона в Риме. Если немного подробнее, то в 1542 году каноник церкви цистерианец Десидерио да Деутарио основал паству капеллы святого Иосифа во Святой Земле. И 15 октября 1542 года папа Павел III узаконил братство. С 17 века в портике Пантеона часто стали проводиться выставки. Одним из первых членов братства были Антонио да Сангало, младший, Джакопо Менеджино, Джованни Мангоне, Цукари, Доменико. Членами братства становились лучшие художники, архитекторы Рима, Бернини, Картона, Алгарди и многие другие, среди которых был и Марио Нуцци. Эта организация существует до сих пор под названием «Большая папская академия изящных искусств и литературы виртуозов Пантеона», находящаяся в настоящее время во дворце канцелярии Ватикана. С 1837 года братство получило средства на проведение ежегодных художественных конкурсов. В 1861 году папа Пий IX присвоил братству титул папский, а в 1928 году папа Пий XI ввел название слова «академия». Целью академии является поощрение работ
христианской тематики. Марио писал великолепные картины на эту тему в стиле гирлянды.